Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. А вот сочетайте. Я просто проспал 18 часов в полете. До этого, понимаешь, значит, столько не спал. А службу безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь. Им врежу как следует. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Я надеюсь, что мы правильно все поняли. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока.